Приветствую, дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сейчас у нас будет обзор уже второго заказа по каталогу Oriflame номер 14. Кое-что будет повторяться, но будет и кое-что новенькое. Итак, давайте смотреть. В первую очередь я, конечно же, хочу похвастаться подарками, которые я получила по акции за спонсорские баллы. Кстати, не сказала, заказ составил 97 баллов. Сначала я хочу похвастаться подарочками, которые я получила по акции, где нужно было накапливать спонсорские баллы. И я обменяла, у меня было 300 баллов, их на вот такие чудесные тапки. Они очень классные, мягкие такие, на толстой высокой подошве. И они мне подошли по размеру. У меня размер 37,5. И вот они мне прям вот тютелька в тютельку, как будто их на меня мерили. Тапочки классные, мне понравились. И у меня как раз есть такого же цвета. Второй подарочек. Та-дам! Догадайтесь, что это? Это шикарный просто домашний атрибут. Ну, скорее, это чаще всего я одеваю халаты, когда выхожу из ванны. И это потрясающего качества. Очень мягкий, очень классный халат. На самом деле, я переживала и думала, что мне взять полотенце или халат. Но так как халат, конечно, мне показался по видео, по картинкам шикарный, я решила все-таки остановить свой выбор на нем. И я довольна. И что самое интересное, у меня размер 44, такой нормальный размер, и он мне хорошо, то есть он не висит на мне как просто вот на вешалке, он не слишком огромный, то есть он прям очень-очень классный, и мне понравилось, какой он длинненький. Вот такой супер подарок. Люблю, когда приходят подарки. Так, что у меня в заказе? Два набора каштан. Они сейчас идут по классной цене. Два продукта за 199 рублей. Это крем для душа и крем для тела. Я в первом заказе уже получила такой набор, уже попробовала, и мне очень понравилось. Очень. Классный аромат, классный крем для душа. То есть кожа сразу же такая увлажненная, напитанная. Он хорошо пенится, я его использовала на нашей круглой такой мочалке пушистой. Мне очень понравилось, как он работает. И крем для тела. Мне понравилось то, что он легко впитывается. То есть он не такой густой, как вот у нас в серии спа крем-масло. То есть он такой густой, трудно размазывается. Он так напитывает кожу, такой жирненький. Этот легкий такой, невесомый, быстро впитался. И в то же время кожа очень хорошо увлажнена. Поэтому я себе, пожалуй, еще оставлю один комплект, а один у меня опять под заказ. То есть у меня его очень активно заказывают. С огромным удовольствием. С последней странички каталога, обратите внимание, пока есть на складе, это мицеллярная вода. Три штуки, все для себя любимых, потому что у нас мицеллярная вода в почете, особенно у дочки. Поэтому я взяла в запас, по такой хорошей цене, почему бы не взять, пусть будет. А далее тоник, тоже с последней странички, 159 рублей цена каталога. А увлажняющий тоник из серии Optimals, тоже нужная вещь, он как раз вам скоро пригодится. И взяла два геля. Тоже из этой же серии, с той же последней странички, также 159 рублей, как и все эти средства. Но вот расход геля у нас больше, у дочки больше. Он чаще заканчивается, чем тоник, поэтому я взяла два геля ей и один тоник. Вот это тоже нам, все нам. Взяла две зубных пасты, пополнить запасы, отбеливающая одна и одна, по-моему, защитная. Мне очень нравится защитная паста. Отбеливающий расход не очень большой, но я люблю, чтобы она была. Пусть будет, потому что если закончится, нужно сразу достать, поставить новый тюбик. Так, что у нас в заказе? Мистер Джиордани. Кстати, в первом заказе тоже был такой аромат. Он очень популярный. Он нравится и женщинам, и мужчинам. И что интересно, один из ароматов у меня заказала женщина, моя клиентка, для себя. И она берет его уже второй раз.
многие женщины любят мужские ароматы. Я не знаю почему, но у них есть какие-то нотки такие классные, вкусные. И некоторые мужские ароматы, они не скажут так, что это прям вот мужик-мужик. Нет, многие мужские ароматы действительно так вкусно пахнут, что просто невозможно от них оторваться. Со скидкой 50% я взяла себе ночной крем «Экологен». Открою вам, покажу эту чудесную баночку. Я люблю серию «Экологен» больше всего, как вы уже знаете. Ой, как распечаталась коробочка. Как всегда, есть инструкция крема. И вот сам крем, он запечатанный, поэтому даже если я открою крышечку, дальше мы с вами не проникнем, потому что здесь защитная фольга, очень плотная. И крем, после того, как его открываешь, его нужно использовать в течение 6 месяцев. А я пока им пользоваться не собираюсь. Я недавно совсем открыла как раз новинку, ночной крем, осветляющий для лица. Вот, и я пока им пользуюсь. Кстати, мне он очень понравился. Так, что еще в заказе? Еще одно смягчающее средство. В прошлом заказе их было больше, и у меня еще заказали 7 штук. Тоже очень популярное. Он вкусно пахнет с ароматом граната. Сейчас попробую открыть. У него очень красивая баночка такого цвета, как бургундское вино, я бы так сказала. Такой бордово-коричневый оттенок. Эмблемка Oriflame, та самая, с которой Oriflame начинал свою деятельность. И у него очень вкусный аромат. Вчера я им уже пользовалась. Мне понравился. Классно. Для чего он нужен, знаете? Смягчающее средство смягчает все, что сохнет. Губы, область кожи вокруг глаз, носик, кутикулы, локти, колени, пяточки, болячки. Когда там нужно, чтобы они быстрее отвалились, тоже мажем этим средством. И еще одна тушь термостойкая. В прошлом заказе их тоже было 4 штуки, но это под заказ. Очень хорошая тушь, классная такая пушистая, объемная кисточка. И самое классное, что в этой туши она не размазывается, когда ее смываешь. И она не смывается обычной водой, ни дождем, ни в море, ни в реке, ни в бассейне. Она смывается только теплой водой. Кстати, я с этой тушью была в сауне, ныряла в море, попадала под ливень, такой прям проливной дождь. Тушь идеально осталась на глазах, и вообще даже как будто бы и ничего не было. Так, здесь у нас еще куча каталогов, потом покажу. И это под заказ новый парфюм, Экламон парфюм. Я вам покажу свой аромат, чтобы... я же не могу открыть то, что под заказ. Но я уже получила свой аромат, и мне он очень нравится. Я выбираю ароматы не с первого взгляда. То есть я беру всегда пробник, и вот весь каталог, пока идет ожидание этого аромата, я каждый день тестирую пробник. Каждый день я с ним хожу, дыхаю и чувствую, нравится он мне или нет. И если у меня возникает хоть капелька сомнения, что в какой-то момент, может быть, мне что-то не понравилось там, или бывает такое, что у меня от ароматов начинает болеть голова. Вот, я тогда этот аромат брать не буду, но с этим ароматом у меня дружба сложилась сразу, и я надеюсь, что надолго. Мне нравится, когда хочется перезаказать еще аромат. Посмотрим, я с ним похожу, из оригинала он еще лучше пахнет, чем из пробника, а потом вы увидите, будет ли в заказах еще для меня такой парфюм, пусть он тут стоит. В общем-то, одна коробочка пустая, ты что спишь, просыпайся, берется. А в этой коробке остались каталоги. Ой, их целая пачка. А, еще что-то там есть. Подождите, сейчас покажу. Во-первых, здесь шпаргалка по новой акции. Такие открыточка для новичков условия. Потому что новички сейчас за 50-бальный заказ получают в подарок парфюм и возможность участвовать в акции с автомобилем. Только обязательно помните, что розыгрыш будет проходить каждую неделю в воскресенье, и вам нужно сделать заказ и обязательно его оплатить. Если заказ будет не оплаченный, то вы не будете участвовать в розыгрыше. Вот это очень важно. А здесь шпаргалка для спонсоров. Будьте спонсорами, приглашайте людей в команду. Я хочу похвастаться, что у нас уже на первой неделе прошел розыгрыш. У меня уже были новички, и я получила набор номер 5, и в него входит сияющая пудра в шариках,
Парфюм Destiny, тушь Giordani и помада Giordani. Самый крутой, самый дорогой набор я уже заработала. И это очень приятно. Каждый спонсор получит один из продуктовых наборов. Каждый спонсор за новичка с 50-бальным заказом. И вы можете участвовать в розыгрыше ценных призов. Это айфоны, путешествия, ноутбуки и автомобиль Audi A3. Как новички, так и спонсоры участвуют. Поэтому внимательно изучите акцию «Живи на драйве» и ловите момент. Акция будет идти 2 каталога. А здесь у меня еще пакет, такой огромный пакет. Мне очень нравится, что компания не просто так кидает маленькие пробнички в коробку, а укладывает в отдельный пакет, чтобы они не разбились, не потерялись куда-нибудь. Я выписала новинку, это Eternal, мужской аромат. Он будет в следующем каталоге. Я всегда беру новинки, чтобы знать, какой будет аромат. Но этот не спутаешь с женским. Приятный. Берите пробники, чтобы оценить аромат и понять, нравится он вам или нет. И для того, чтобы показать аромат, и не просто показать, а дать подегустировать. Дегустируем всегда вот на этой зоне, где у нас пульсовые точки горячие, чтобы аромат быстрее раскрылся и показал себя во всей красе. Даем пробовать нашим клиентам и принимаем заказы. Я вам желаю удачного каталога. Много клиентов, классных заказов и много-много регистраций. С вами была Лилия Донскова. Пишите в комментариях вопросы, ставим лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Пока-пока!